самое место оккупировал Энгельберт. Конечно, очень странно и обидно. Но еще раз скажу, оно выглядит каким-то вот белой вороной, да, это какое-то чужеродное тело, как будто из другой симфонии. Не из другой оперы, а именно из другой симфонии, которая могла бы состояться, если бы это, наверное, была бы первая часть. Собранный, довольно подвижный, да,
как бы подгоняющий самого себя темп движения в этой коде, он лишает эту музыку вульгарности, которая так отчетливо выступает в версии Бернстайна, то, что мы слушали. Вот что может сделать темп? И, кстати говоря, все темпы исходные, да, темпы очень продуманы, просчитаны Стаковским в расчете на ускорение, на челеранду. Многие дирижеры с места в карьеры таллегро начинают прессу, ну, вот как Петренко, Василий Петренко, например, то, что мы не успеем уже послушать. И, конечно, никакого этого эффекта разгона и полета в пиумос, в челеранду не получается. Стаковский мастер вот этих ускорений, которые, собственно, и начал делать Никиш. Ускорение и замедление. Тяни и толкай. Опять-таки по рецепту Генриха Шенкера. Исполнитель делает одну главную, важнейшую задачу – тянуть и толкать. Дело ритма и темпа. Управляет временем. И вот это мы слышим у Стаковского. У Мендельберга мы, пожалуй, как ни у кого другого, еще слышим замечательное искусство острой артикуляции, которое особенно также с этими модуляциями темпа помогает, скрадывает недостаток этих закругленных, законченных, постепенных, гаммообразных и с большим количеством репетиций. Да, опять-таки, привет от Грига. Как никто другой из дирижеров, вот он с самого начала первой части так артикулирует. Это, конечно, острота контуров, которая вообще отличается исполнением Энгельберга. Оно делает симфонические темы особенно выпуклыми и пригодными для развития. Thank you.